Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, у меня бонусник рублевой доктор Кэш. Работает первый день. Участников 1017, резерв 8463. Но это онлайн участники, как я понимаю, выплачено. Что-то тут много выплачено за первый день. 11 921 тысяча. Значит, здесь последнее пополнение. Ну, как видим, люди по много не вкладывают. Самый большой 100 рублей кто-то вложил. А так пополнять можно от 1 рубля. Я зайду на 10 рублей. Давно я в такие проекты не заходила. Но, думаю, можно поколбаситься. И здесь последние выплаты идут в столбик. Значит, что нам предлагает маркетинг-проект за плюс 50% к депозиту за 6 дней, 25% в сутки. Реферальное вознаграждение 10%. Это вот главная страничка, кабинет, рефералы, правила, контакты. Есть группа ВКонтакте, можно вот зайти, нажмете, попадем в группу ВКонтакте. Я же буду регистрироваться в режиме онлайн. Так, это не то. Вводим Pair кошелек. И вход. И я попала в кабинет. Так. Здесь как бы бонуса и нет никакого. Так. Перед окончанием срока вклада, либо при повторном пополнении, необходимо собрать средства на баланс для вывода. Иначе начисления обнулятся. Так. Значит, ну что у нас? Рефералы. Так, ну это кабинет. Главное, рефералы. Здесь у нас находится партнерская ссылочка. Баннер. Так, правила, ну, контакты. Ну и выход. Здесь особого такого нет ничего. Так, кабинет. Так, Pair кошелек прописан. Мощности 0 кхс. Так. Ну что, я пополню на 10 рублей. Вот здесь вкладочка вывести. Вывод возможен от 1 рубля. Так, я пропишу сумму 10 рублей, зайду. Я в такие проекты большие суммы не вкладываю. Чего и вам желаю, если кто захочет присоединиться. Я никого не зазываю, я просто делюсь информацией, где я пытаюсь зарабатывать или я зарабатываю. Ну, решение только за вами. Как говорится, дело хозяйское. Нажимаю «Купить». Перебрасывать на платежную систему Pair, выбирая рубли, подтвердить, ну и далее по накатанной. Так, пополнила я на 10 рублей. Вот моя. Осталось 5 дней, 23 часа. Идет отчет времени. Мощность 1 кхс у меня. Ну, посмотрим, что он нам хорошего даст. Значит, и пошла вот у меня начисление. Идет как бы, значит, майниться начала. И мощность, значит, здесь у нас показано 1 кхс в час 10 копеек, в день 2,50. Ну, будет что выводить. Буду проверять в, ну, в режиме онлайн. Так как мой пригласитель, я смотрела сегодня видео, потому я и зашла. Он уже выводил денежку отсюда, также в режиме онлайн. Вот, платит инстантом. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.